Красноярский экономический форум – это место, где, ну, по сути, экономическая повестка страны вот на ближайший год она озвучивается, она обсуждается, и идет очень бурная всегда дискуссия о тех инициативах, которые есть, в том числе и о тех инициативах, которые мы выдвигаем. То есть в прошлом году это были дорожные карты, до этого на Красноярском форуме президент отобрал первые проекты, которые мы поддерживали в рамках экспертного совета. Сегодня эти проекты уже реализованы. По одному из них будет даже круглый стол по индустрии детских товаров. И это такое место, с которого, можно сказать, стартует российский экономический год. То есть вот все те вещи, которые у нас не самые простые, не самый простой, наверное, год с точки зрения экономической ситуации. И очень важно проговорить те инструменты, которые позволят нам эту ситуацию переломить. Это очень доброжелательный форум к людям. Он очень там всегда исторически свободная, открытая дискуссия. Он, может быть, не такой парадный, как другие, но он позволяет общаться, позволяет договариваться, что-то обсуждать. И вот это такая рабочая, экспертная атмосфера, которая есть, она есть сегодня только в Красноярске. Самые главные результаты — это ответы на те вопросы, которые перед нами сегодня стоят. Это вопросы, как нам преодолеть рецессию, как нам создать новые драйверы для экономики, чтобы она двигалась вперед, на что сделать акценты и, собственно говоря, какими инструментами это реализовывать. И вот, по сути, эти вопросы, они все поставлены в повестке форума.